Друзья, я вас приветствую. Всех до единого. Всех, кто живет на Земле и в космосе тоже. Вот, сегодня я, как обещал вам, я ввел новую рубрику о традициях флота российского. Как звучит? Эх, звучит, конечно, не звонко так. Ну вот, про одну традицию я вам рассказал, про чистоту. Теперь я еще одну традицию расскажу, которая... Ну ладно, я буду рассказывать, чтобы сразу интригу вам не поломать, понимаете? В общем, призвался я в 1974 году на Краснознамёрный Черноморский флот. Привезли меня туда. Ну, в общем, как я был в учебке. А потом на корабле 3 месяца обучался в бригаде. А потом привезли уже на мой... Пришел я на свой родной корабль уже, когда после обучения нас по кораблям раскидали. Я приехал опять в Севастополь. Двое нас было, молодых комендоров. Но в итоге, значит, корабль, я еще в заводе полгода ровно отслужил. Корабль выходил из завода. Но корабли военные по традиции очень долго ремонтируются, представляете? Это традиция такая. Стал на ремонт на месяц, год. Это факт. Традиция. Одна из традиций. Ну ладно, я, значит, расскажу так. Все, пришло время. Стали мы выходить. Сначала, значит, ходовые. Ну, разные там задачи перед тем, как корабль войдет в компанию, как это называется. Ну, сдаст все задачи, что положено. Задач много. Ну, об этом вам не интересно. В общем, вышли мы. Один из выходов. А мы выходили обычно на сутки, на двое, опять в завод там доремонтироваться. Потому что рабочие с нами ходили. Рабочих было больше, чем наш экипаж. Экипаж у нас 108 харь. Качественных таких. Я не крупная харь, а так. Тогда я был хуее в те годы. Сопляк мальчишка зеленый. В белой робе, правда. Ну, не важно. Но в итоге, значит, когда мы вышли, уже без работяг, уже мы стали проходить девиацию, это замеряется магнитное поле корабля и так далее, значит, стали на 2 бочки. Бочки – это здоровые такие плавучие средства, на которых на рейде они стоят, на которые корабли растягиваются, с бака, с носа подается конец и с кормы. Мы стали, погода была отличная, Черное море. Смотрите, Севастополь, это Крым, курорт. Все, погода кайф. Мы с утра вышли, стали на бочке. И нас ждем специалистов по замеру. Тут приехали, значит, специалисты. Море еще было отличное, а Черное море такое паскудное, я вам скажу честно. Это ужас. Было это осенью, теплой осенью. На Черном море вообще тепло. Зимой снега нет в Севастополе. Я однажды попал. Короче, смысл такой. Мы встали, до обеда стояли, работяги приехали, замедлили и уехали. А нам нужно было уже скоро сниматься, и тут неожиданно налетел шторм. Представляете? Неожиданно так погода испортилась. Такое случается на Земле, да и в космосе тоже. Ну, в общем, мы во время шторма, мы один конец, шлюпка была спущена, за борт называется. Мы один конец бака отдали, с кормы уже не можем, уже волна усиливается. Командир принимает решение шлюпку поднять. Мы шлюпку, ну, специальное устройство, шлюпку поднимаем на борт нафиг. Кормовой конец решили рубить. Ну, срубили, и вот тут, друзья, ну, мы чухнули в море, естественно, в открытое. Поэтому
А корабль у меня, который я служил, он практически непотопляемый. У него угол заката называется, критический, 65 градусов, представляете? Вообще практически не тонет. Вполне его сам, ну, окунается, дай Боже, да, но потопить его очень тяжело. Сторожевой корабль называется, СКР. Ну ладно. И тут, значит, нам всем надо было выпить по плафону воды за первый выход в море. Представляете? А это, кстати, был самый первый выход. Вернее, работяги я немножко не так рассказал, извините меня. Ну, столько лет прошло, я уже стал забывать. Вот. И, короче, работяги уже позже с нами стали ходить. Первый раз мы девиации проходили, это все сами еще. И ходовые немножко. Ну, тут пошли мы штормовать, значит, пока, ну, где-то к вечеру следующего дня мы стали, конечно. И тут нафиг эти бывалые мариманы, черт побери, начали нас заставлять пить по плафону соленой воды. А плафон, ну, если не соврать, ну, что ты тохнешь. Если не соврать, ну, пол-литра 100% есть, даже больше. Я сам не мерил его, понимаете, не удосужился. Вот. И пришлось, значит, и никуда не денешься. Вот, ну, нет возможности отказаться, понимаете. Во-первых, ты же мариман, правильно? Моряк. Во-вторых, хоть и противно, но ты не должен это показать. Бредом. А у нас корабль 2 с лишним года простоял в заводе. Ну, до меня, я же полгода всего, а там некоторые всю службу, считай, служили, а в море не были. Знаете, раньше мы по 3 года служили. Ну и, короче, мы почти весь экипаж, ну, таких мариманов-то было мало, которые ходили в море. И вот, значит, я вам честно признаюсь, я этот плафон хряпнул с трудом, где-то раза за 4 или 5, ну, выпил. А, и тут меня так начало мутить, тут покачивать стало уже. Уже нормально стало так качать. И тут стало меня мутить. Это ужас. Я думал, это мой первый и самый последний выход в море. Представляете, я уже приготовился отдать свою душу Нептуну. Представляете, вот такое расстройство было страшное. Мутит, внутри противно, ужас, это трудно описать. Ну, представляете, я залил туда почти, ну, пол-литра будем считать. Пол-литра таблицы Менделеева. Это же ужас. Она горькость и горькая, и соленая, и тьфу. Ужас. Каких только вкусов там в ней нету. Понимаете? Ну, чистая. Не скрою, чистая. Вода была чистая, потому что мы уже стали пить, когда подальше от берега отошли. Вот. И вот такая вот традиция на флоте есть. Представляете? Потом я еще 3 плафончика выпил за другой, за вход в другое море, вот Средиземное на БС-ку, это уже через год с лишним я пошел в Средиземное море на службу боевую, боевая служба называется. По 3 корабля мы ходили из бригады туда, на 4 месяца, по 4 месяца. Вот, там я, значит, за Средиземочку плафончик еще засадил. И когда мы за авианосцем Джон Кеннеди следили месяц, там уже, мы вышли в Атлантику, пришлось и там квакнуть. Представляете, вот какая традиция. В общем, 3 плафона я квакнул. А когда уже я работал на гражданке, есть еще традиция, когда проходишь экватор, то я уже, поскольку человек считался бывалым, я уже 3 года срочно служил в вспомогательном флоте много. И это я уже на Тихом океане был. Уже когда мы перегоняли пароход с Германии, и мы шли на Мадагаскар строить памятник морякам эскадры Рождественского, которые с Балтики шли на Тихий и на Цусиме погибли. А вот на Мадагаскаре, когда они стояли, там 300 человек, более 300 человек умерло от безделья. Понимаете? Ну, это долго рассказывать, я потом как-нибудь вам расскажу. Я про традицию рассказываю. Вот, традиция, когда экватор проходишь, мы на Мадагаскаре шли вон 12 градусов туда вниз, на том полушарии 12 градусов. Вот. Мы проходили, то надо брать у Нептуна разрешение, строится весь экипаж, пароход останавливается, этот праздник весь день. Если есть водочка, там, конечно, квакали, ну, это так. Ну, в общем, нам, бывало, морякам налили соку по кружке, вот, типа вот этого размера, ну, военная кружка, она немножко меньше.
А эти, которые первый раз, они поплавали соленой пили. А их много было, которые экватор. Ну, а я тоже первый раз в это время экватор проходил. Но я как бывало, мне уже соку налили. Понимаете? Ну ладно, про Нептуна я вам в следующий раз расскажу. Ладно? Окей? Все, сегодня хватит, потому что ролик длинный получится. Нестандартный. А нафиг нам нестандартные ролики, я должен уложиться в 10 минут. Я уложился или нет? Уложился как раз, все good. Ставим лайки друг другу, подписываемся на канал. Спасибо за внимание, до следующего свидания.